расставить цифры по периметру этой фигуры. Я сейчас так сделала. Числа. Да. Поставим числа. Периметр сколько? 38. Теперь нужно посмотреть, какие числа, на которых разрез невозможно. Например, 1. Стираем 1 здесь. Это 2. Потому что если мы разрежем, то эта клеточка отвалится. 18 тоже невозможно. А, и 18 тоже не. Потому что иначе отрезается клетка. Три клетки. Нет, а внизу. Ну, другой. Смотрите, нижняя 18, если там делаете разрез, то отрезается. То же самое, 16. И 12. Да, и что? Нет, 12. 12. 12, 12 тоже. 12. Нет, так что вы рано перестали. А 10 можно с обеих сторон? 6. 6. Нет, 6 можно вниз. Да, тут другое 6. А где другая? Вот там. А, да, 6. Ну тогда еду смотрю. А зачем вам не нравилось нижние 6? А, 2. Вот эту цифру можно сделать только значит, все с этой стороны будет плюсиком, все с этой будет минусиком. Фигура большая, но все равно очень большая ее часть. Теперь нам нужно угадать, какие вот тут будут. Посчитаем минусики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 минусиков. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 плюсиков. Это значит, что тут должно быть плюсиков 5 и... Нет, а минусиков 6. Нет, плюсиков 6 и минусиков 3. Давайте сейчас посмотрим. А вот у нас есть вертикальная из минусов такая штука слева, их 5 штук, да? А у нас есть длинная из плюсов? Вот. Господа, на самом деле видно, что это самая длинная, правильно? Да, длиннее. Поэтому, в принципе, уж если что-то и будет, то вот эти минусы должны наложиться на эти плюсы. Да, это значит... Что? Там есть еще перпендикуляр, 5 минусов, 4 минусов. Да. Еще дать три минуса, да, вот. Как нижний. Да. Вот средний плюс, наложит минус. Да. Минус. И здесь. И еще один минус. Плюс. Да. Здесь плюс. 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 А вот смотрим, если получилась равная площадь, значит мы не получились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, десять, 14, 15, 16. Да, у них равная площадь, и они одинаковые, их можно наложить. Так, давайте поймем, почему они правильно. Ну вот, посмотрим, допустим, на эту часть. Вот тут есть 3 и 3, а тут между ними 1. Тут тоже есть 3. Я сделала черный, чтобы... Давайте, часть, которая с плюсами, давайте ее обведем, да. А с плюсами? Вам на самом деле случайно повезло, что вы начали с той, что дал решение. Каким перемещением переводятся плюсики в минусики, да? Поворотом на 90 градусов относительно точки 3. Ну, 3 вот это. Относительно точки 3. Вот, это. Те три клеточки заштрихованные, которые около тройки, они действительно при повороте по часовой стрелке переводится в минус. Согласны? Вот теперь давайте подумаем, что происходит с нижней и правой заштрихованной частями.
Вот проследите. Вот как нам понять, куда при повороте на 90 градусов по часовой стрелке вокруг тройки это переход? Это как бы вот так. То есть эта штука будет вот здесь стоять. Из пяти, вот тут, место только для пяти. Вот типа, получится, что это длинная будет здесь, это короткая здесь. Ну, я не знаю, все поняли? То, что это действительно поворот на 90 градусов. Вот. Ну ладно, давайте не будем перебирать остальные варианты. Значит, одно решение мы придумали. Спасибо огромное.